Здравствуйте, я Красный Доктор, и сегодня я расскажу о ситуации, характерной для всей нашей страны, но конкретно сложившейся в городе Всеволожск Калининградской области. Ситуация типичная, ни с того ни с сего в районной больнице закрывают зуботехническую лабораторию. Председатель профсоюза действия Всеволожской Ленинградской области, наш товарищ Владимиров Геннадий Петрович, пришел к руководству спросить конкретно, на каком основании. Произошел просто тектонический взрыв, и вот через 5 дней местные бумагомараки по этому поводу пишут следующее, зачитываю. Под заголовком «Ни много ни мало». Остановите гибридную войну в районе и области. Следующее. На территории ВКМБ длительное время активно действует во вред имиджу больницы, коллективу медперсонала районной и областной власти некто Геннадий Петрович Владимиров. Он вредит коллективу и руководству ВКМБ под прикрытием странного профсоюза действия, являясь руководителем отделения данного профсоюза во Всеволожском районе. Он подбивает граждан на публичные выражения недовольства качеством управления в больнице по очень конкретным поводам и, пользуясь их политбезграмотностью и низким уровнем социальной ответственности, где-то я это уже слышал, помимо их воли, вовлекает их целыми коллективами в деятельность профсоюза действия, направленные на дискредитацию руководителя учреждения здравоохранения области, на политические заявления против власти в стране и даже против президента. А всего-то и спросил, почему закрывают лабораторию. Заинтриговал? Но все по порядку. Итак, во Всеволожское ВКМБ существует зуботехническая лаборатория, которая обслуживает население. Льготная там есть очередь на протезирование. И вот там работают классные специалисты в количестве 10 человек. Работают там долго, у всех высшая категория. И вот им даже в новой поликлинике выделяют новые помещения, закупается новое оборудование, работы не хочу. Единственное, чем омрачается этот переезд, это то, что им меняют заведующего. Заведующим ставят молодого парня, у которого нету ни сертификата, ни опыта по этой специальности. Зато есть неоспоримое преимущество, он является сыном заместителя главного врача по поликлинической работе. И вот этот парень явно не справляется, заваливает работу, потому что как еще по-другому объяснить, если зубоврачебную лабораторию закрывают и пишут в этом приказе следующую формулировку. В связи с нерентабельностью, в связи с оздоровлением финансового положения данного заведения. Подписывается главный врач и какой-то мифический орган, который назвали ЕПОР. То есть в больнице существует два профсоюза, ФНПРовский профсоюз действия, но подписывает какой-то орган, называется ЕПОР. Соответственно, наш товарищ и лидер профсоюзного движения в Ленинградской области задал администрации от профсоюза банальных три вопроса. В связи с закрытием зуботехнической лаборатории, первое, на каком основании и по каким непонятным схемам вы лишаете населения доступного зубопротезирования. Второй вопрос. Почему вам наплевать на сотрудников? Ведь это люди с высшей квалификацией, находятся еще и в такой уязвимой категории, как люди пенсионного и предпенсионного возраста. Ведь из-за ваших схем они окажутся на улице и вряд ли найдут себе работу. Ну и третий вопрос. Почему вы не выполняете законодательство Российской Федерации? Но чтобы исполнять закон, его надо хотя бы знать. Есть ли люди во Всеволожской больнице, которые, если уж не знают, то хотя бы читали закон. Ну, о федеральном законе номер 10, о профсоюзах я уже молчу, но хотя бы вот такой вот, называется Трудовой кодекс Российской Федерации, 200 страниц. Итак, я классный проводник по Всеволожской больнице, потому что я там отработал целых 10 лет. Давайте искать с моей помощью людей, которые хотя бы читали Трудовой кодекс Российской Федерации. Итак, во Всеволожской больнице есть главный врач. У главного врача от 6 до 9 прямых замов, не знаю, от чего это зависит. Затем есть два секретаря. От 3 до 5 юристов, тоже не знаю, от чего это зависит. А под главным врачом есть оргметотдел, там от 5 до 7 человек. Есть отдел кадров, в котором 7 человек.
есть экспертный отдел от 3 человек и заведующие отделений различных, там от 40 и более человек. Итак, если мы подведем итог, то получается, что у всех у этих людей есть минимум среднее либо высшее юридическое образование, за плечами различные курсы повышения квалификации по оргздраву, и всего их получается от 70 до 80 человек, и это просто минимум. И вот эти люди, хотя бы кто-то, должен был прочитать Трудовой кодекс Российской Федерации. Но во всей больнице закон знает только профсоюз действия и его лидер Владимиров Геннадий Петрович. Соответственно, и он конкретно задал от профсоюза банальных 3 вопроса. Почему вам наплевать на население, почему вам наплевать на сотрудников и почему вы не исполнили 81, 82 и 373 статью Трудового кодекса Российской Федерации? Они выполнены банальные вещи, прописанные в законе. Ну, хотя бы вот такая вещь, что не извещены профсоюзы о том, что сокращаются работники, там, целое подразделение. То есть, говорит, ну, а мы не знали, что в ваших профсоюзах вот там есть сотрудники, которых мы увольняем. А вы и не обязаны этого знать, и не должны это знать, если сотрудник не хочет вам об этом сообщить. Порядок другой. Вы предупреждаете профсоюзы о том, что уведомляете о том, что идет сокращение сотрудников. А уже профсоюзы сверяют это со списками и смотрят, есть ли члены в этих сокращениях или нету. Вот так этот закон действует, а не то, что вы там себе придумали. Сотрудники лаборатории записали видеообращение. Приведу его частично, целиком его можно посмотреть на сайте профсоюза действия. Получили уведомление за 2 месяца об увольнении, но мы считаем эти действия администрации неправомерными. Начались с замены зав. Отделения. У него не было, во-первых, ни стажа, ни специального обучения, сертификации не было. Ну, он являлся сыном заведующей поликлиникой. Это наводит на мысль, что не все здесь чисто. Видите, какая у нас поликлиника, новое оборудование, классное. Мы на нем работаем, все освоили здесь. У всех имеется высшая категория. Да, у нас имеются все допуски на прекурсоры. Мы все с высшей категории. Претензий к нам никаких нет. И стаж 40 лет у каждого практически. Из 7 человек, которые здесь работают, это 2 пенсионера и 4 предпенсионного возраста, которым уже 60 исполнилось, и на следующий год 60 будет. Куда мы сейчас пойдем? Кому мы нужны в 60 лет? Хочу внести ясность по бухгалтерии. На последние числа с 1 января 2019 года по сегодняшний день у нас, значит, по платным услугам в кассу пришло больницы на 15,5 миллионов. 15 миллионов 500 тысяч. Из них еще плюс к этому льготное протезирование на 1,951 миллион. И еще на 1,5 миллиона работы сделаны, но недооформлены сертификаты, которые тоже придут в бухгалтерию по истечению времени. Скорее всего, до конца месяца. Вот. Итого у нас получается с льготными услугами почти 15-20, почти 18 миллионов. Какие бы могут быть нерентабельные службы для нашей администрации? Как вы поняли, именно вот эти сотрудники ведут гибридную войну под руководством Владимирова. Вот в таких вот белых маскировочных халатах на фоне зеленых стен по адресу секретному Всеволожск. Всеволожский район, Колтушское шоссе, дом 20. А профсоюз действия предполагает, что на самом деле разыгрывается банальная двухходовка, характерная для всей нашей страны, когда закрывается какое-то профильное отделение в больнице либо в поликлинике, а рядом совершенно случайно открывается частная контора такого же профиля. И поток пациентов, соответственно, и денег устремляются из государственных учреждений в частные.
Жители города Всеволожска и Всеволожского района, не стойте в стороне, присоединяйтесь к профсоюзу действия. Профсоюз действия уже действует, уже направлены письма во все инстанции Ленинградской области, во все властные структуры. Ждем ответа и ждем единственно правильного решения. Это сохранить зуботехническую лабораторию, ее славный коллектив и обеспечить население доступным зубопротезированием. Ну и будьте здоровы, а пока.